Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным душевный человек не принимает того что от духа божия потому что он почитает это безумием и не может разуметь потому что о всем надобно судить духовно но духовный судит о всем а о нем судить никто не может ибо кто познал ум господень чтобы мог судить его а мы имеем ум, Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий – есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. От Матфея Святое Благовествование. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, — но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал Он им: Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисла все. Все сие, Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле, ину притчу предложи им глаголя, подобное есть царствие небесное зерну горушечному. Еже человек всее на селе своем, еже убы есть от всех семен, их даже возрастет, более всех зелий есть, и бывает древо, яко прийти птицам небесным и витать в ветвях его. Ину притчу глаголы им, есть царствие небесное квасу, и же вземши жена, скры мучных сатих три, донтишевски соша вся. Сия вся глагола Иисус притча к народам, и без притчи ни число же глаголыша к ним. Я когда сбудется реченное пророком глаголищем, отверзу притчах уста моя, отрыгну сокровенное от сложения мира. Тогда оставь народы, прииди в дом Иисус, и приступишь к нему ученицы его глаголющая, скажи нам притчу плевел сильных. Имеют сыны века сего свое сокровище. Имеют и христиане свое сокровище. У сынов века сего сокровище богатство тленное золото, серебро, медь и прочее вещество. У христиан сокровище – Божия благодать, и это сокровище небесное, духовное, в сердцах их пребывающее, как апостол написал. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 2 Коринфянам 4, 7. Люди, имеющие сокровище тленное, всякие свои нужды и то, чего им не с его помощью восполняют. Не имеют хлеба, купят хлеба. Не имеют одежды, достают себе одежду и прочее. Так и Божия благодать небесное сокровище в христианских сердцах живущее. Все нужды их и недостатки душевные, восполняет человек сам по себе слеп. Божия благодать просвещает сердечные очи его, показывает ему суету мира этого, краткость временной жизни и долготу вечности. Показывает, что все, что не есть в мире сём, как тень проходит, и что человек от рождения до смерти – странник и путник, идущий к небесному Отечеству – и увещевает его во всякое время всего беречься и всего в мире всем имеющегося со страхом касаться и ради нужды, а не ради угождения плоти употреблять, и соблазнов мира этого беречься. Потому такая душа не ищет в мире этом ни богатства, ни чести, ни славы, ни прочего мира сего сокровища, как сыны века этого делают но всегда смотрит и стремится к вечному блаженству, и его всеусердно желает и старается получить. Потому и воздыхает всегда к своему Создателю, чтобы ту благодать его могла получить, и там со всеми избранными хвалить и петь его вовеки. Немощен человек – и бессилен против стремления страстей и греха стоять и побеждать их. Божия благодать укрепляет его и помогает ему в этом важном подвиге стоять и показывает ему мерзость страстей и греха и на всякое время увещевает его беречься этого зла. Поэтому такой человек крайне бережется всякого греха, и случаи, в которые к ко греху приводят, избегает, и совесть свою чистую во всем старается хранить. Такому человеку тяжко согрешить, и он изволяет лучше умереть, чем согрешить, ведая, что всяким грехом величество Божие оскорбляется, и совесть раздражается и тревожится, что для души благочестивой несносно. Многих грехов человек не видит в себе. Грехопадение, кто разумеет, Псалом 18. Такие грехи Божия благодать обличает в нем. Все то грех, что против воли Божией делается. Посему восстает в сердце человеческом печаль, тоска и воздыхание, а иногда и мучение чувствуется. Посему сердце сокрушается, и знаки свои, горячие слезы, извергает, плачет и рыдает, как будто великое потерял. И сами слезы такому сердцу вместо прохлаждения и утешения бывают. Так благодать Божия сокрушает сердце человеческое и исцеляет, опечаливает и утешает, мертвит и живит, и все для пользы нашей устраивает. Даже Божия благодать показывает человеку не только его собственное, но и всего рода человеческого окаянство и бедность. Посему в человеческом сердце восстает соболезнование и к прочим людям, ибо все люди одного естества и все имеют одну немощь и окаянство. Поэтому душа благочестивая не только о своей бедности но и о бедности прочих людей воздыхает и плачет. Не знает и не имеет человек сам по себе истинного покаяния и жаления о грехах. Божия благодать соделывает в нем истинное покаяние и жаление. Истинное покаяние и жаление – Жалеть и болезновать о грехах не по причине погибели своей, но по причине того, что Бога Преблагого, Который есть благоутробный Отец и вечная благость и любовь, грехами оскорбляем и прогневляем. Человек, осознавая свою подлость и Божие непостижимое величие и огромную его любовь к себе и ко всем, весьма печалится и сердцем уязвляется, что он, земля и пепел, Серах 10, 9, первый. И Богом любимый, возлюбившего Его, оскорбил и прогневил. Его ангелы, архангелы и все небесные силы со страхом и любовью почитают, поют ему и поклоняются. А он, подлый, земля и пепел, не почитал его и не слушал. От этого огромную печаль чувствует человек на сердце своем, и ею, как стрелой, уязвляется. И это-то и есть печаль ради Бога, которая производит неизменное покаяние к спасению. 2 Коринфянам 7, 10. Эту печаль Божия благодать соделывает. Имеющий такую печаль будет скорбеть эту жить, хотя бы и гиены не было. не имеет человек истинной и сердечной любви к Богу сам по себе. Божия благодать возбуждает в сердце его любовь, показывая ему, что Бог есть несозданное, безначальное, бесконечное, неизменяемое, пресносущное, прелюбезное естество и самоверховнейшее добро, от которого все блага и благодеяния, как от пресно-текущего источника ручьи, проистекают, и как все создания и люди, так и Он создан, и падший искупленным для вечного блаженства. Так благодать Божия, просвещая сердце человеческое, зажигает в нем огонь любви Божией. Таковую любовь, чувствуя в сердце своем, человек изливает слова любви. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя» Псалом 17. И еще, что мне на небе, и без тебя чего желать мне на земле? Изнемогает сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя Божия вовеки. Псалом 72. Истинно любящий Бога ни на земле, ни на небе ничего не желает, кроме одного Бога. Такая душа с пророком вопиет – как лань желает к источникам вод, так желает душа моя к Тебе, Боже. Возжаждала душа моя к Богу крепкому, живому. Псалом 41. Для такого с Богом быть и в Ааде – рай, без Бога быть и на небе мучение. Поэтому такой во всем старается Богу угодить, и, видя в себе многие немощи и недостатки, скорбит и печалится. А любя Бога, любит и ближнего своего, потому что Бог его любит и велит его любить. Не имеет человек истинного смирения в себе. Божия благодать показывает Ему его нищету, божество, бедность, окаянство, подлость и ничтожество. Итак, познавая себя, человек смиряется и не надеется на себя ни в чем одному только всемогуществу, премудрости, благости и милосердию Божию предается. Не имеет человек правды в себе, с которой бы перед судом Божиим явиться мог и оправдаться, но видит в себе грешника, которому на суде Божьем устоять никак невозможно. Благодать Божия утешает его и увещевает правды ради к Богу воздыхать и во Христе за грешников умершим и воскресшим искать оправдание. Такой человек с мытарем выпиет к Богу. «Боже, милости в буди мне грешному» от Луки 18 13. «Боже, отврати лице Твое от грех моих и обрати на лице Христа Твоего, Искупителя моего Иисуса, который ради меня, грешника, пострадал и умер» в Тебе, Иисусе, свете мой, оправдаюсь. Не имеет человек в себе истинной сердечной молитвы. Божия благодать учит его, о чем молиться, и возбуждает в нем истинную сердечную молитву. И как дым благовонного порошка, положенного на угле горящим, восходит, так возбужденная благодатью Божией молитва от сердца восстает и восходит к Богу. Тогда человек кратко, но усердно молится и вопиет. «О Господи, помилуй! О Господи, ущедри! О Господи, услыши и спаси!» Такие слова — слова сердечные и устами произносятся. Эти слова от избытка сердца, говорят уста. Такая молитва, хотя и краткая, но проходит небеса и входит в уши Господа Вседержителя. Не знает человек, как истинно и сердечно Бога благодарить. Божия благодать его учит этому, показывая ему бесчисленные Божии благодеяния, ему поданные и подаваемые, которых он, подлый, убогий, нищий и ничего недостойный, даром и без всяких своих заслуг от благости Божией удостаивается. Чего грешник достоин, кроме одной казни? Но Бог, преблагое человеколюбивый, несмотря на то, что он грешник и его уничижитель, бесчисленные свои блага подает ему. Осознавая эту благость и человеколюбие Божие и свою подлость и недостоинство, человек сердечно Бога благодарит, как своего высочайшего благодетеля. Сердечные колено преклоняет перед ним и падает, и хотя не устами, но сердцем выпиет к нему. «Кто я, Господи, что Ты мне такие блага свои подаешь?» «Я грешник, я тварь перед Тобою согрешившая и огорчившая Тебя, и каждый день перед Тобою согрешающая но Ты меня и такого не оставляешь, а благостью и милостью Твоею жалуешь. Господи, что есть человек, что Ты открылся ему, или сын человеческий, что Ты помышляешь о нем? Человек подобен суете и прочее. Псалом 143. живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, ви заступник мой, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Я коту избавит тебя от сети ловчи и от слави семя тежна, плечма своим осенит тебя и под крыле его надеешься. Оружием обыдет тебя его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во дне приходящие, от срящей беса полуденного. Подет от страны твоей, а ты сящает тебе, к тебе же не приближится. Обача очима твоим осмотришь и воздаяние грешников узриши. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему яко ангелам своим заповесть о Тебе сохраните тело всех путях Твоих, на руках возьмут тебя, да никогда преткнешь камень ногу Твою, на аспида и Василиска наступишь и поперешь льва и змея, яко на меня и избавлю и покрыю и яко позна имя Мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его, долготую дни исполню его, явлю ему спасение мое. Воздвигу хочем мои в горы отнюдь уже придет помощь моя, помощь моя от Господа сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я а не живо сдремлет, храня тебя. Все не воздремлет, не живу, нет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. В одни солнце не ожет тебе, не луна на ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века.